это 6101, номер для смс сообщений. Витюша, проснись. Почему Илья Александрович в поле не писал? Да, не знаю, как это называется. Скажи, что родители занимаются, если они вписывают сына в полюс. Ну они впишут там? Я думаю, конечно, впишут. Когда к нам за номерами придут, конечно, впишут. Управление транспортным средством, не вписанных в полюс ОСАГО, снятие номерных знаков. А штраф это нету, да? Штраф и снятие номерных знаков. Ну а предупреждение там никак не обойтись? А? Предупреждение. Нет. Как же так ездить? Ну просто вот я от перрона до дома на Бердёвский. Так вы живете, то он где? Нет, это как его? Прописано там на учет поставлено. Родители вообще знают, что ты взял? Да. Самоаккуратность. А? Самоаккуратность. Аккуратно, не ты, ну я понял, знаю, мне это говорили.